Новый международный грузоперевозочный маршрут «Юг-Запад» будет основным коридором между Индией и странами ЕС. И будет проходить через 5 стран – Украину, Иран, Азербайджан, Грузию и Польшу. Он уже существовал когда-то, но ввиду многих факторов ушел в небытие. Сейчас торговый путь решили возродить. Помимо удобства, он станет одним из главных факторов развития экономики из-за повышения транзита. Да еще и экспортно-импортный потенциал возрастет. Мы думаем, что у этого коридора хорошее будущее. Этот коридор даст нашим национальным экономикам возможность создать новые рабочие места, увеличить торговлю не только между нашими странами, но и большими экономическими площадками. Одним из самых главных плюсов нового проекта станет время. Доставка груза будет в 3 раза быстрее, чем альтернативными вариантами. 12 дней вместо 35 или 37. Тем не менее, есть ряд нюансов, которые еще предстоит решить. Мы не сомневаемся, что этот проект еще требует доработки, но мы уверены, что общими усилиями мы все же сможем его реализовать. Участники проекта уже утвердили основные нормативные документы и даже установили сквозной тариф. Теперь же дело осталось за малым – обновить или построить с нуля новые железнодорожные ветки. Так, в Грузии отремонтируют 400 километров дорог, в Иране – порядка 350, а Азербайджан обновит 100-километровый участок в сторону границы с Грузией. Мы стараемся и стремимся к развитию данного коридора в качестве начального пункта железнодорожного транспорта и поддерживаем и оказываем всякое содействие. Мы сейчас его открыли и постараемся в дальнейшем с нашими коллегами сделать, чтобы груз через наш коридор шел, потому что он близок, и мы сделаем там, постараемся сделать комфортно для всех. Для Украины маршрут Юг-Запад должен стать и вовсе возрождением железной дороги и инфраструктуры в целом. В частности, одним из самых важных его элементов станет порт Черноморск и железнодорожная паромная переправа. Для Украины этот маршрут крайне важен в условиях сегодняшней потери транзита и традиционных транзитных рынков, на которых представлена была ранее наша страна. Мы наблюдаем значительное падение в течение последних 10 лет. И усилия по привлечению дополнительных потоков являются ключевыми для украинских железных дорог. По словам участников проекта, в течение нескольких месяцев нюансы и механизм будут доработаны. Ну а компании, желающие воспользоваться таким коридором, уже нашлись. Поэтому развитие железной дороги не заставит себя ждать.